Казахстанская компания «Ракетная фирма» намерена осваивать рынки западных стран США и Канады. Она занимается разработкой и поддержкой различных интернет-проектов. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщил ее руководитель Роман Надейн. Уже есть первые заказчики на IT-продукцию. В активе компании, которая уже 9 лет на рынке, несколько социально значимых и бизнес-программ. Григорий Беденко расскажет о них подробнее. Казахстанская компания «Ракетная фирма» была основана в 2011 году. Сегодня здесь трудится 76 специалистов. Это программисты, дизайнеры интерфейсов, маркетологи, менеджеры. Генеральный директор компании Роман Надейн говорит, что команда способна создавать интернет-проекты любой сложности. «Ракетная фирма» разрабатывает веб-порталы, интернет-системы, мобильные приложения, маркетинговые стратегии и другие специфические IT-продукты. Главные офисы компании находятся в Алматы и Нур-Султане. Работают представительства в Караганде и Рудном. Это один из крупных проектов, который мы реализовали и до сих пор реализовываем, поддерживаем. Развиваем. Это портал Бродвей, то есть кинопортал, который посвящен казахстанскому кино. И у них же есть субпроект, это казахстанский короткометражный фестиваль, называется «Байконур». Вот мы его поддерживаем уже на протяжении 5 лет. Я считаю, что это очень важный проект для рынка кино. В этом году фестиваль стал международным. Компания разработала для него специальную интернет-платформу, на которой все участники могут размещать свои работы. В этом году мы аккредитовались в Астанахабе, компания, которая помогает IT-компаниям в продвижении их продуктов на рынке. И мы планируем выход в новые страны, то есть работать с Соединенными Штатами Америки, Канадой. У нас уже есть первые клиенты из этих стран. Компания «Ракетная фирма» работает не только с коммерческими структурами, но и с государственными. Среди клиентов – банки, иностранные компании, мобильные операторы, крупные корпоративные клиенты и начинающие предприниматели. Выход на внешние рынки планируется уже в следующем году. Григорий Беденко, Кенже Амраев, Алматы, Хабар 24.